Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Елорда жаңалығы. Елдегі бизнестің жағдайын жасартуға арналған заң жобасын қорғаймын деп мәжілістің алдына келген ұлттық экономика вице-министрі Жаслан Мадиевті депутаттар сұрақтың астына алды. Депутат Азат Перуашев ұлттық банктің ноталарында жатқан 3 триллион теңгені ел экономикасына жаратпай жатырсыздар деп сынады. Мәжілісмен бұл қомақты қаражатты бизнеске беріп, айналдырса болады ғой деп ашуланды. Бизнес климатты жақсарту мақсатында бәсекелестікке кедергі келтіретін тосқауылдарды жою және монополияға қарсы реттеу тиімділігін арттыру нормалары енгізілмек. Қазақ тілінен хабары жоқ ұлттық экономика вице-министрі Жаслан Мадиев осылайша бизнесті дамыту үшін бәрін қатырамыз деп баяндама жасағанымен депутаттар нақты деректерді келтіріп сұрақтың астына алды. Депутат Азат Перуашев екінші деңгейлі банктердің ұлттық банк ноталарында жатқан триллиондарына шүйлікті. Банктер үшін кәсіпорындарға 4%-мен тиімсіз несие бергенше өз ақшасын қауіпсіз жерге салып қойып, үстінен 9% пайда көрген әлдеқайда пайдалы болып отыр. Мәжілісмен Перуашев ұлттық банкте бұл ақшаны бизнеске беріп, ел экономикасының пайдасына тигізген тиімді дейді. Держат в нотах Нацбанка около 3 триллиона тенге. Екінші деңгейлі банктердің ұлттық банктың ноталарында жатқан 3 триллион теңгесін ұстап отырмыз. 3 триллион текке жатыр, түк пайдаға аспай. Ел экономикасына қолдану керек қой оны. Ұлттық банкпен осы ақшаны қалай іске жарату қажеттігі туралы кеңеспейсіздер ме? Текке жатыр. Тағы бір мәселе. Біз табиғи ресурстарды пайдалану мәселесінде қамтымай отырмыз. Шет елден көптеген жер қойнауын пайдаланушы компаниялар келіп жұмыс істеп жатыр. Жылда олар қажетті жабдықтар мен тауарларды алуға 8 триллион жұмсайды. Соның бәрін шет елден алғызады. Неге олар біздің өндіріс орындарының тауарын алмайды? Бізден не сол жұмыс киімдерін тіге алмаймыз ба? Байқағанымызда вице-министрдің бұл сұрақтарға нақты жауап болмай шықты. Жалпылама жауаппен құтылды. Курчатов национальном банке она числится. Ұлттық банкте ол ақша бар. Ол мәселені біз үкіметте жұмыс отырыстарында талқылағанбыз. Оны экономикаға салу туралы ұсыныстар да айтылды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестікке ұсынылды. Жұмыс істеп жатырмыз. Ал жер қойнауын пайдаланушы компанияларға жергілікті тауарларды сатып алуды ұсыну қиындау болып тұр. Инвесторлармен жұмыс істеп, заңға түзетулер енгіземіз. Ел бизнесінің дамуы үшін арзан және ұзақ мерзімге берілетін ақша керек. Бірақ екінші деңгейлі банктер үстем ақысы шарықтап тұрған несиені қысқа мерзімге ғана береді. Яғни кәсіпкер банк алдында қарызын өтеуге бүкіл күшін жұмсайды. Осылайша басты қарызын ойлаған бизнестің дамуы бәсеңдеп отыр. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметінше мемлекеттік сатып алулардың жалпы көлемі 16 триллион теңгені құрайды. Алайда жергілікті жердің тауарына сұраныс 30% ғана құрап отыр. Қалған 70% сырттан келеді. Дүкен сөрелері ондаған миллиард долларға сатып алынған импорттық тауарларға толы. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Батыс Қазақстан облысында бір топ полиция қызметкері мен командир взводы пара алу үстінде ұсталды. Пара алушы полицейлерді Батыс Қазақстан облысы жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті қызметкерлері ұстап отыр. Оқиға 21 қаңтар күні болған. Батыс Қазақстан облысы жол патрульдік полиция батальоны взводының командирі мен осы взводтың бірнеше полициясы пара алу кезінде қолға түсіп тұр. Олар Орал-Атырау және Орал-Ақсай тасжолы бойындағы көлік жүргізушілерін жасаған заңбұзушылықтарын жабу үшін жүйелі түрде пара алып келгені белгілі болып отыр. Олар осы тасжолдарда көлік жүргізушілеріне әкімшілік хаттама толтырмасы үшін жүйелі түрде 2000 теңгеден 10000 теңге аралығындағы параны алып келген деп мәлімдеді Батыс Қазақстан облысы жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті. Қазіргі уақытта Батыс Қазақстан облысы жол патрульдік полиция батальоны взводының командирі уақытша қамауға алынған. Сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды деп толықтырды ведомство. Қазіргі таңда аталған деректер бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулер басталды. Жоғарыда айтылған командир взводы Қазақстан Республикасының қылмыстық процесс кодексінің 28 бабының негізінде Орал қаласының полиция басқармасының уақытша ұстау бақытына қамалды. Оралдық Айнұр есімді келіншек қысты күні темір вагонда жан бағып отыр. Жалғыз басты ана қыстың көзі қырауда осы жан бағып жүр. Кейіпкеріміз бұрын тұрақты жұмысы болған кезде пәтер жалдап, ұлын жетілдірсе, қазір қалтаның көтермеуіне байланысты тегін темір вагонда қыстауға мәжбүр.
Осы темір вагон соңғы 5-6 айдан бері 42 жасар Айнур мен оның ұлы үшін жамбағы отыратын баспанасына айналған. Тағдырдың сынына тап болған келіншек тұрақты жұмысының болмауына байланысты осы темірден жасалған вагонда қыстыгүні күнелтуге мәжбір. Бізбен сұхбаттасқан жалғыз басты ана 3 жыл бұрын азаматтық некедегі жарымен ажырасып кейін пәтер жалдап ұлын өсіріп отырған. Жұмыстан қағылғаннан кейін осы орынды ғаламтордан тауып меншіктің иесімен келісіп қазір тегін тұрып жатыр. Кейіпкеріміз вагонды электр пешімен жылтып отыр. Үйге мен дейтін төлеп жатқан жоқпын. Ана өзі хозяин свет төлейді, газ болын сатып алып береді болды. Сосын айналасына көз болып қараңыз деді. Күнсіз жұмыс жасай беріңіз. Жалғыз бастананың жалғыз арманы баспаналы болуы. Пәтер кезегінде тұр, бірақ оның алдында 3000 адам бар. Кейіпкеріміз көмек сұрап әкімдікке жолыққан. Қазір ол жұмыссыз ретінде арнайы ведомствода тіркеліпті. Мен акиматтан жалпы сұрадым, оны қайта-қайта бардым акиматқа. Олар не дейді? Олар айтылды ғой, мен вообще іште пока сізге жоқ деп. Қаншама қалып жүр менің алдымда деп. Үй кезегінде тұрсыз ба? Екі жегінде мен 2013-тен бері қайып тұрым кезегін. Пока келгенде сіз күтіп аласыз деді. Әйел адамның темір вагонда тұрып жатқандығын полиция қызметкерлері участок жедел профилактикалық шарасы барысында анықтаған. Сал мамандары жалғыз басты ананың ұлына қарап мектептен қалдырмайтын айтады. Бұл азаматшаға келетін болсақ, бұл азаматша жақсы жағынан мінезделінеді. Әрдайым мектеп әкімшілігімен тығыз байланыста отырады. Баласының сабағы жақсы. Әрдайым біздермен жаңағы учаскелік полиция инспекторларымен тығыз байланыста отырамыз. Жалғыз басты анаға азық-түлікпен, киім-кешекпен көмектеседі. Сетін жандар бар, бірақ Айнұрдың арманы баспаналы болу. Кейіпкеріміз тым болмаса жұмысқа тұрып, баласын жыл орында өсіргісі келетін айтады. Вагонда өмір сүріп жатқан әйел адамға көмектесем деген жандар 8-707-678-1952 нөміріне хабарласа алады. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДКР телеарнасы. Батыс Қазақстанда санитарлық дәрігерлер Қытайда таралып, әлем жұртшылығын үрейлендіріп отырған коронавирусты анықтауға сақадай саймыз дейді. Қазіргі таңда аталмыш вирус Жапония, Оңтүстік Корея мен Таиландта тіркеліп, Қытайда 200-ден астам адам қаза тапқаны белгілі болыпты. Ауа тамшылары арқылы адамнан адамға жұғатын қауіпті кесел аспан асты еліне қарасты Ухань қаласында алғаш тіркелген. Қазіргі таңда Ухань тұрғындарына қаладан шығуға тыйым салынған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қызметкерлері кеселден келетін қауіпті зерттеу үшін жақын күндері Қытайға аттанбақ. Қазақстандық дәрігерлер темір жол, автовокзал мен әуежайда шетелдік азаматтардың дене қызуын тексеруді бастады. Сала мамандары жұқпалы вирустан қорғану үшін қоғамдық орындарда бетперде киіп, қолды сабындап жуып, тұмауратып отырған жандармен қарым-қатынасқа түспеуге кеңес береді. Әуе кемесінің, теңіз кемесінің бортында және пассажир пойызында болжамды атиптік пневмония күдікті науқас анықталған кезде әуежайларда, теңіз порттарында және Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасының темір жол өткізу пункттерінде эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыру бойынша санитариялық карантиндік пункттердің кезекші мамандарының іс-қимыл алгоритмі әзірленді және бекітілді. Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков шаһардағы дарынды мектеп оқушыларымен кездесті. Оқушылар сарайында ұйымдастырылған шараға биылғы республикалық пәндік олимпиаданың облысы кезеңінің жүлдегерлері мен халықаралық республикалық деңгейдегі ғылыми жобалар байқауының жеңімпаздары қатысты. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. Биылғы пәндік олимпиаданың облыстық кезеңінде командалық есеп бойынша қала мектептерінің командасы екінші орынды иеленген. Қатысқан 82 оқушының 51-і жүлделі орындардан табылса, олардың 11-і бірінші, 20-сы екінші орын алған. Осы 31 оқушы олимпиаданың республикалық кезеңіне ұсынылып отыр. Мен облыстық пән олимпиаданың жүлдегері боламын және де көптеген мемлекеттік деңгейдегі тілге қатысты байқаулардың жүлдегері боламын. Мен Қазақ халқы ассамблеясының бірлік этномәдени қоғамының белсенді мүшесі боламын. Біз өз қоғамымызбен Абай атындағы 175 жылдығына қатысты челленджге қатысып, өз қоғамымызбен және де түрлі іс-шараларды насихаттап жүрміз.
Кездесуде оқушылар оқу жылдарында қол жеткізген өз жетістіктер туралы айтты. Жаңалыққа жаны құмар өрендер зерттеулер мен қиялдарынан туған ғылыми жобаларын таныстырды. Күннен қуат алатын ақылды үй, от жылуынан электр энергиясын айналдыратын қозғалтқыш, қызғалдақ өсіру, кітап оқу белсендігін арттыруға арналған интернет-блоктың ықпалысында қызықты жобалар оқушылардың ізденіске деген ілтипаттарының айғағы десек те болады. Бүгінгі кездесу бұл сіздер үшін де, мен үшін де үлкен бір ерекше кездесу. Сіздердің осы мектеп қабырғасында жүріп, алғашқы жеткен жетістіктеріңіз, еңбектеріңіздің нәтижесі, оны алдарыңыз өздеріңіздің бүгінгі кездесуге келіп отқандағы еңбектеріңіздің нәтижесі, ол өздеріңіздің білімдеріңізбен алып отқаныңыз. Бүгін мемлекет тарапынан балаларымызға мемлекет тарапынан барлық қолдау, жан-жақты қолдау бар екенін білесіздер. Сұхбат барысында қала әкімі Абат Абайұлы оқушылардың сұрақтарына жауап беріп, ұлы ақын Абай Құнанбайұлының рухани мұрасына нәр алуға шақырды. Жүздесуге қатысқан оқушыларға алғыс хат ұсынылып, талантты ұшқыр талғамы бек балғындардың армандарына жетуіне тілектес екенін жеткізді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК 42, дневной выпуск новостей. Депутат Азат Перуашев озадачил Минэкономики вопросом, почему 3 триллиона тенге лежат в нотах Нацбанка, когда эти деньги можно было отдать бизнесу. К слову, экономист Ошакбаев напоминает, что в последние годы банки и квазигоссектор накачивались ликвидностью. За три года денежная масса в стране практически удвоилась, сконцентрировавшись в узкой группе владельцев на фоне снижения кредитования остальной экономики. По словам экономистов, чтобы избыток ликвидности не ушел в валютный рынок, Нацбанк вынужден откачивать деньги у банков, предлагая им привлекательную высокую базовую ставку по своим безрисковым краткосрочным нотам. Там сейчас лежит 3,5 триллиона тенге, что равносильно 27% от объема кредитования экономики. Банкам, которые получили дешевую ликвидность от Нацбанка, скажем, под 4%, просто невыгодно кредитовать предприятия и нести риски, когда можно без рисков разместить эти деньги в ноты Нацбанка под, скажем, 9%, уверен экономист Рахим Ошакбаев. А депутат Перуашев предлагает отдать эти деньги бизнесу. Тогда будет больше пользы для всей экономики, а не для кучки банков. Держат в нотах Нацбанка около 3 триллионов тенге. 3 триллиона лежит, значит, которые можно было бы задействовать в экономике. Ну, слушайте, предлагайте ваше, пожалуйста, предложение отрабатывать с Нацбанком, как эти деньги развернуть в экономику. Чем они лежат, никуда не задействованы. Мы таких решений от вас ждем. Курсчета в Национальном банке, она числится, и необходимо обеспечить эффективную трансмиссию этих денег в экономику. При возникновении инструментария отдельно с вами можем по идеям обсуждать, советоваться, чтобы эти нормы были эффективны. Действительно, бизнесу нужны длинные и дешевые деньги, но банки выдают только короткие и дорогие кредиты. Это означает, что предприниматель большей частью будет работать на банк. При этом залог, который имеет рыночную стоимость в 10 миллионов долларов, банком будет оценен только в 5. Практически банки стали тормозом развития экономики Казахстана вместо быстрой доставки денег в нужную точку экономики, полагают эксперты. И еще, по данным НПП, общий объем госзакупок порядка 16 триллионов тенге. Но на долю местного содержания в госзакупках приходится всего лишь 30%. То есть на остальные деньги мы закупаем товары за бугром. Магазинами и торговыми домами было закуплено товаров из-за рубежа на десятки миллиардов долларов. Много зашло иностранных недопользователей. Вложили, значит, деньги, работают. Но ежегодно они закупают оборудование товаров из-за рубежа на 8 триллионов. Иностранные крупные недопользователи. Эти что, неужели наши не могли бы им пошить там спецодежду предприятия? Да, действительно. Local content, вот местное содержание, это на самом деле большой вопрос. Конечно, с любым инвестором, который уже давно присутствует в экономике, переговорная позиция, она такая непростая. Над этим работают, Атамикен тоже в полную этим здесь подключился, занимается. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42.
Инициатива ввести четырехдневную рабочую неделю была положительно воспринята Министерством труда и социальной защиты населения. «Мы не против», — сказал Нурымбетов. И это положительно сказалось бы как на работоспособности, так и на самочувствии трудящихся. Однако нужно учесть все нюансы и тщательно все рассчитать, как это скажется на экономике страны. Данное предложение не ново. Есть мировая практика сокращенной рабочей недели, а вот следует ли нам брать пример и поддержит ли инициативу правительства и президент? В нашем следующем сюжете. От уставшего работника мало пользы. Что уж говорить о выгорании. Есть и главный аргумент от ученых: чем меньше часов длится трудовая неделя, тем большее количество человек удастся задействовать. Вот тебе и решение проблемы безработицы. И самое главное, наш Минтруда не против такой идеи, даже за. Вот только поддержит ли ее в правительстве, пока вопрос. Хотя глава ведомства нашел подходящие аргументы, в их числе и счастье. Человек должен быть счастлив не на работе, а дома. Для этого побольше времени ему нужно давать для дома, для отдыха. Поэтому, конечно же, с этой точки зрения это привлекательно. Но наше законодательство соответствует всем стандартам Международной организации труда. У нас установлен 8-часовой рабочий день, 5-дневная и 6-дневная рабочая неделя. И это кажется, что только наш человек не любит много работать. За рубежом такая практика уже давно есть. Например, в Нидерландах самая короткая рабочая неделя – 29 часов. Там привыкли работать по 4 дня в неделю. По желанию работника можно уменьшить количество часов, и тогда оплата идет почасовая. Всем гарантирован отпуск и медобслуживание. Ущерба для экономики они не видят, а вот мнение наших граждан разошлось. Не такой уж и радужной кажется перспектива лишнего выходного. Нет, вроде не надо. И так-то 5 дней работаем. Нормально же, 2 дня на отдых хватает. Ну, смотря какая зарплата будет. Зарплата по-любому же меньше будет. Все равно этого не будет, во-первых. Во-вторых, тут не так работа. Каждый день вон работаем, снег когда идет. Поэтому ничего не могу сказать. При сохранении заработной платы нормально. Да, поддерживаю. И если труд сделал из обезьяны человека, то рабочий график для него точно составил Минтруда. Гульнар Умарова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК 42. Новости региона. В Уральске заморожено строительство дома самостоятельного проживания для людей с различными отклонениями в развитии. Объекты должны были сдать в эксплуатацию еще в 2019 году. Его намеревались возвести предприниматели в рамках программы «Рухани Жангыру». Почему приостановилась стройка и как обходятся люди с особыми потребностями без социального учреждения, узнавали наши корреспонденты. Эти кадры были сняты в марте 2018 года. Идет закладка капсулы на месте строительства дома самостоятельного проживания для людей с ограниченными возможностями. Тогда проект оценили в 100 миллионов тенге. В доме было предусмотрено 12 комнат, 4 кухни и 4 комнаты отдыха. Но объект до сих пор не сдан в эксплуатацию. Вот так стройка выглядит сейчас. Между тем, в обществе детей-инвалидов «Байтерек» с детьми занимаются до 18 лет. Дальше они предоставлены сами себе. У родителей у нас столько вопросов. Вот вы готовите нас. У нас есть результаты хорошие. Теперь мы не хотим, чтобы наши детки после 18 остались в четырех стенах. И у нас есть такие случаи. У нас есть девочки, которые очень хорошо занимались, и у них есть результаты. Они шили, они рисовали, они готовы к жизни, но где-то они должны заниматься. В городе работает общественное объединение «Арба». В нем более 300 инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В помещении центра люди общаются, получают элементарные навыки. Но реабилитация и адаптация к нормальной жизни требуют других условий. К сожалению, нету после 18 лет, чтобы был такой единственный какой-то центр или то место, куда бы они могли приходить. А есть вот для психоневрологических, и то вот спектр у них... В доме инвалидов у них там с 10 до 5. Поэтому это тоже не очень удобно, потому что и родители тоже не могут как бы выйти на работу. И их после 18 лет опять же их надо отвезти, опять привезти. Дом самостоятельного проживания предназначен именно для таких людей. Здесь могли бы обучать и социализировать инвалидов. На возведение объекта уже было потрачено более 60 миллионов спонсорских средств, которые собирает фонд «Акжаик». Сейчас возникли чисто технические причины, как вы видите, в связи с климатическими условиями, а девочную работу производить не можем, потому что у нас пока не решен вопрос источника теплоснабжения. То есть сейчас решаем технические вопросы по части обеспечения инженерными сетями. Поэтому, что как только вот эти все вопросы мы решим, то есть будет возобновлено строительство, и я думаю, что завершим.
Как отметили в фонде, для завершения строительства нужно более 100 миллионов тенге. Роман Капняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42. Школьник покончил жизнь самоубийством в Западно-Казахстанской области. Трагедия произошла 20 января текущего года в поселке Саралжин Букейординского района Западно-Казахстанской области. Труп несовершеннолетнего 2006 года рождения был обнаружен в сарае во дворе нежилого дома. Данный факт зарегистрирован как самоубийство. Сотрудниками полиции отдела полиции Букейординского района проводятся проверочные мероприятия. В Уральске вынесен приговор по делу об убийстве 35-летнего мужчины. Выяснилось, что его зарезал приятель, с которым они вместе употребляли спиртное. Причиной конфликта стала пропажа портмоне подсудимого, в котором находилось около 10 тысяч тенге. Недолго думая, мужчина взялся за нож. На скамье подсудимых 55-летний Талгат Такбергенов. Мужчину признали виновным в убийстве. 23 сентября 2019 года он в течение двух дней распивал спиртные напитки в частном доме поселка Зачаганск. Вместе с ним находился его знакомый 35-летний Айбулат Бердыгалиев. Его подсудимый заподозрил в причастности к краже своего портмоне и сотового телефона. Хотя именно приятель принес эти вещи на следующий день после пропажи. Такбергенов в состоянии алкогольного опьянения. Разозлившись на бездействие Бердыгалиева, принес нож из кухни со словами «убью» и нанес один удар в левую часть груди, лежавшую на кровати Бердыгалиева. В результате Бердыгалиев скончался на месте. Такбергенов осужден по статье 90, часть 1 убийства, и ему назначено 11 лет лишения свободы. Стоит отметить, что ранее мужчина не был судим. Он является инвалидом третьей группы. Свою вину он частично признал, заявив, что не хотел убивать. Отец погибшего считает приговор справедливым. И спиртной, и он старше же, он, знаю, он хотел напугать, это не напугал же за какой-то копейки. Он воровал, может, другие воровали, там, другие ребята. Отметим, что у погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей. Роман Капняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК 42. В Казахстане запущен пилотный проект по всеобщему декларированию. Сбор информации о доходах и имуществе граждан проводится органами государственных доходов с целью борьбы с теневой экономикой. Как сообщают специалисты, декларированию подлежат все совершеннолетние граждане Казахстана, этнические переселенцы и лица, имеющие вид на жительство, также несовершеннолетние, у которых есть имущество или доход, и иностранцы, у которых в Казахстане есть имущество или доля участия в компаниях. В 2020 году декларирование проводится в рамках пилотного проекта. В текущем году граждане могут проверить данные об имуществе и доходах. Начнется всеобщее декларирование с 2021 года и будет проведено в 4 этапа. С 1 января 2021 года декларирование, под декларирование попадают государственные служащие и их супруги. С 1 января 2023 года у нас идут государственные учреждения в сфере образования, здравоохранения и работники квази-государственного сектора. Третьим этапом идут у нас предоставление юридических лиц и их учредителей, также индивидуальных предпринимателей. Окончательный этап – это у нас 1 января 2025 года, это все оставшееся население. Драгоценных дел мастер. В селе Круглоозерное живет уникальный ювелир. Сергей Савельев делал украшения для принцессы Швеции и Раисы Горбачевой, которая была первой леди Советского Союза. Также среди работ ювелира – кинжал, подаренный знаменитому артисту балета Марису Лепе. В Казахстан Сергей Савельев перебрался более 30 лет назад из Пятигорска. В пригородном поселке Круглоозерный мастер создает свои уникальные творения. Ювелир вспоминает один из своих первых спецзаказов. Министерство легкой промышленности Советского Союза поручило ему изготовить драгоценные вещи для Раисы Горбачевой. Тогда ему даже намекнули, что лучше ему не знать, кому предназначены украшения. Для Раисы Максимовны колье, браслет и серьги я делал. Ну, чисто в таком в старорусском стиле. Вот. В серебре, кстати, и с финифтевыми вставками. Это расписная эмаль с росписи. Самое первое такое дорогое изделие, которое запомнилось, это бриллиантовое колье. Но фишка была в том, что оно состояло из мелких-мелких цветочков. Бриллиантики были очень мелкие.
Сейчас в основном люди заказывают изделия с видами родного края. Для более точного изображения людей и животных мастеру пришлось изучать скульптуру и анатомию. Одно из последних творений – икорница из серебра. На ракушке, которую держат судаки, лежит осетр. Еще одно изделие украшает коллекцию музея в Уральске. Маленькая царская карета сплетена из серебряных нитей. Ему под силу любая работа. И он, самое главное, относится так, что заказчик придет, возьмет изделие и говорит: «Сергей Иванович, ты ответил вот как раз на позыв моей души». Сейчас мастер берется только за сложные заказы. Он считает, что его талант должен приносить не только деньги, но и удовольствие. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК 42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.